Что такое бессмертие? Во-первых, это, конечно же, реальная физическая возможность. Но в главном это все-таки внутренняя позиция. Пока жизнь живет нами, пока жизнь радуется сквозь нас и смотрит нашими глазами, смерти нет. Пока есть жизнь, мы бессмертны. Мы привыкли к физической боли и привыкли считать ее частью окружающего мира. Мой опыт показывает, что боль чаще всего выдумана. Это фикция. Чем больше вы прекращаете чувствовать боль в организме, тем больше растет ваша сенсорика, тем больше цветет через вас жизнь. Негативные эмоции, то страдание, которое люди переживают в жизни, это всего лишь кортизол. Это вследствие нашего самоопределения через других. Быть зеркалом среди других зеркал. Страдания нет. Это иллюзия. Жизнь цветет сквозь себя, и она вечна. 100 лет назад Зигмунд Фрейд придумал слово «эго». Точнее, взял латинское слово «я» и применил его к некому понятию. С тех пор все так привыкли употреблять его, что забыли, что это значит. Эго – это всего лишь отражение нас как зеркала в зеркалах других людей. Именно поэтому эго создано из кортизола, агента социального стресса. Быть вне эго – это значит жить вне зеркал. Разбивайте зеркала. И в итоге ваша жизнь будет полна самой собой – жизнью.